будущие миллионеры, начинающие инвесторы и просто зрители моего канала Электрик Миллионер вас приветствует. Мы с сыновьями приехали, поехали к тете навестить их крестную, да, Ярик? Их крестную, мою тетю, сделать им беседку и решили сделать более подробный обзор музея достопримечательностей, который находится в Вологодской области, Вологодского района. Пойдем посмотрим поближе, что это такое. Вот сзади меня это видно. Здесь идет какой-то праздник, видимо, то ли открытие музея, то ли еще что-то. Сейчас мы об этом узнаем. Играет музыка, узнаем, сколько билет стоит. Короче, смотрите. Да, раритетные машины стоят. Стоянка. Какой-то сегодня здесь праздник. Сейчас обязательно у кого-нибудь узнаем. Спасибо. Мы уже встали. Автомобили прошлого времени. Я сидеть не знаю, можно или нет, но подойди, погляди. Ярика, так как он у меня будущий художник, заинтересовала живопись, картины. Ярик, пару слов. Что думаешь? Ты же ж начинающий художник. Как тебе нравится? Картины, как нарисованы. А? Нормально говорит. Димона заинтересовали автомобили. Это что, шестерочка? Какая? Она, кажется, гоночная. Гоночная? Да, руль гоночная. Вот какие-то. А это что за машина? Москвич старинный. Раритетные автомобили. Это Димон машины времен СССР. Так само собой, их же сюда как-то пригнали. Они своим ходом приехали. Автомобили времен СССР. Очень здорово, что мы сюда попали. Крутая машина, да? Нашу праздничную программу продолжает. Очень красивая. Да, да, да. Весна. Я хочу сейчас. Да? Там сейчас. Выйдут на эту сцену. Покупай. Есть деньги-то? Также тут какой-то.
Концерт тут идет.